Ой-ой-ой. Так, отлично, все, он меня не видит. Как? Как? Ну как? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дардрагон, магический чай. Ленин, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Я сегодня буду конфеты есть сегодня, походу. Вот у нас злой аниматроник. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы выживаем в лабиринте. Я пока вас ждет пока время. И ну скажу вам, подпишитесь на Диму, ставьте лайки. Вот ты молодец. Вот кто бы ни сказал, во. Вообще молодцы. А еще что надо сказать, что если кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Любой может зайти, записать, поугарать и поорать. Вот смотрите, даже сегодня у нас получается новенький пацанчик зашел. Под никнеймом Ленин или родственник его. Так, подождите, подождите, так. Все. Ты уже мочишь нас или еще нет? Я ищу. Давай, давай, ищи. Я хочу скушать, не надо. Кто первый проиграет, тот лох. Тогда я буду прятаться еще. Да-да-да, пацаны. А кто второй проиграет, тот конченый лох. Ладно, шучу, шучу. Только третий проиграет. Отлично, отлично. О, ты со мной наверху? Да, ты знаешь, как я паркурил сюда, чтобы ты не смог нас убить. Кстати, с этой вышки очень прикольно делать всякие приколюшки. Так, я вижу, вон он идет. Давайте возьмем магический фотоаппарат и посмотрим, как он бежит к нам. Магический фотоаппарат, да, и да, за да. ним бежит магический чай. Вот. Совершенно верно, видишь? Все сходится. Да. Так, приближается. А без спринта нельзя спрыжку? Да, так и так ты можешь убить же легко. Ты и так можешь не обязательно целиться. Ты даже если приблизительно будешь нажимать убийство, ты все равно замочишь. Ура, я забрался. Ты молодец. Сейчас ты проиграешь первый, кстати, чтоб ты понимал. Отдай мой магический фотоаппарат. Нет, не отдам. Он бежит к нам, пацаны. Готовьтесь. Ой-ой-ой, какашка там. Бежит, 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 бежит. Ой-ой-ой. Так, отлично, все, он меня не видит. Как? Ну как ты меня убил? Честно, это была такая красивая тактика заныкаться. Что, получается, тоже теперь аниматроник? Блин, ребята, это же круто. Так, давайте тогда тоже возьмем. Интофурика. Блин, скорость не очень. А кто у нас еще здесь? Тоже медленный. О, побыстрее, отлично. А тебе надо искать, да, еще? Хорошо. Дардрагон, давай. Включаем максимальный скилл. Нас двое или еще кто-то умер? Двое. Двое, понял. Ага, бегает, бегает, Рад. Я буду мочить со всей силы. Я если пока, что, пока смотрю. Инфу давай, да, где? Я слышу страшные звуки. Мне страшно. Да, он просто на центре сейчас щилит. Да? Да. Ну что? Ты готов умереть или пиздрик? Нет, потому что я магический чай, я не умру. Я тебя видел, вот ты, иди сюда, родненький ты мой. Так это не я, я тут сижу. А, ну какая разница, будешь ты. Блин, потерял, пока, да. Вот тебе и лабиринт. Вот куда идти, все. Я его не смог найти. Очень сложно, ребята, очень сложно в лабиринте гоняться. Но очень круто, когда тебя еще первого убивают, да, Дардрагон? Очень круто. Как он меня увидел, что туда прыгнул? До сих пор не понимаю. А я вообще видел, как ты прыгнул, а потом я такой... Он забирается, и я такой просто прыгиваю оттуда и прячусь здесь. Так, ну что, я не нашел его. Давайте все-таки попробуем каким-то образом. А, ну подожди, я могу тпхаться? Тпхаться не могу. Хотите, дам подсказку? Да, давай. Вот и вся подсказка. А, я слышал, ты вот в этой стороне. Так, ну что? Давайте максимальный скилл включаю. Пора уже шутки бросать прочь. И забегать во все тупики, блин. Можешь быстрее аниматроника взять? Да, я взял. Давай возьми себе Кэт. Ладно, я шучу. Самый первый. Из-за башни. А я его как раз взял. Да, самый первый, который в этом паке? Слышишь? А, я тоже его могу сдавать. Мы можем с тобой, короче, общаться. Телекини. Я сижу тут за башней, как бы чилю вообще. Ну не ссы, не ссы, сейчас мы тебя найдем. Мы что думаешь? Просто так все?
А ты по башне бегаешь, нельзя ж. Можно все. Да не, не по это, по стенке. А, так я его сейчас скину. Есть! А блин, да это... Ё-моё, своего убил. Я так обрадовался, что я убил кого-то, клянусь. А ты, наверное, испугался, да? Я посрался. Скример же, это ж такое дело. Мы тут с Радексом сидим, нам по кайфу. Ну ничего, ничего, ребятушки. Ваш кайф скоро обломается, потому что идет убийца настоящий. Астриним анимастроник. Анимастроник. А ты где? Так, я на башне. Вот смотрю, где кто. Радекс, видишь кого-то, Сережка? Ой, Сережка. Дардрагон, ты видишь кого-то? Не вижу, а я и смотрю, где они. А вы где? Только в ночном лабиринте нельзя ныкаться, только в дневном. Ну мы в дневном и ныкаемся, если да? Да. Есть. Ну что, вижу противника, пора его мочить. Ой-ой-ой, бежим! Не бойся, не бойся, я тебя спасу. Где они? Я не вижу. По бортику ты... бежим, по бортику. А, так это ты. Я так вот и хожу здесь, смотрю, где они. Тю, блин, я за тобой бегу. Ой, блин, два дебила, это сила. Ребята, обращайтесь. Я никого не наблюдаю, никого. Где они сидят? Может, они в воде? Все, давай, бежим в воду все. Есть, еще один с нами. Так, ну что, три аниматроника. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет куча аниматроников и один выживший. Это будет круто. Плохо, конечно, что это не я, но мы все играем по-честному, как есть. Слился. Чубака слился. А этот аниматроник тпкается или нет? Да, если не ошибаюсь. На какой-то я кнопку, я так не помню. Я нажал просто случайно. А какая же кнопка это? Я не знаю, я просто все. Так, а где они? Не знаю, я никого не вижу вообще. Это голяк. Тоже вопрос. Я буду вижу, 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 вижу. А. Ты Балди видишь? Да, 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 да. А, это Радекс. Минус Радекс. Балди! Я последний выживший, кстати. Что за вонючий квадрат? Есть! Есть! Нашел! Я все-таки за ним, знаете, сколько времени гонялся-гонялся и нашел. Отлично. Сразу видно, ребята, поставили лайкосик. Если бы не лайк ваш, я бы не нашел. А ты где? Так, а ну что, не... кто еще остался ты последний? Такой, я остался только. Ты такой конченый. Последний кто у нас? Чай? Да. Да, я чай. Чай, если ты остался последний, ты можешь использовать оружие. Так как тебе привилегия, ты же остался самым лучшим, получается. Можешь мочить нас. Да. О, это будет сейчас, конечно, сильно. Давай, гранатки. Красненькие, твои любимые, Дим. Любое оружие может использовать, кроме админского пистолета и бомб. Ну, ядерки вот этой вот, которая... Не, нельзя, нельзя, только я ее могу использовать. Все по-честному, только я, да. Блин, уже в этом лабиринте запутался. Но потихоньку, за сколько роликов мы его записываем, я уже подвыучил. Я постоянно сбегаю в тупики. Ребят, я тут сижу. Мне вообще кайфово. Ты оружие взял? Да, взял гранатки мои. Ну готовься, готовься. Пошел. Есть, дала, убил? Ребята, следующий раунд, когда я один выживший против всех аниматроников. У нас получается три аниматроника против выжившего. Погнали, пацаны, я вас жду. Надеюсь, я не солю сейчас быстро, как тогда. Но у меня есть тактика. У меня есть тактика, я буду сейчас придерживаться. Бегут, бегут ко мне аниматроники, очень злостные. У меня есть план, я буду его придерживаться. Совершенно верно, видишь, ты тоже понимаешь. Мне было, когда меня вот тут беззвучно встретили, я просто так испугался. У меня есть несколько вариантов выжить. Первый вариант, я прыгаю на быльца и начинаю просто очень быстро топить. Второй вариант, я прыгаю в лабиринт и шанс того, что меня убьют, очень велик, очень. Поэтому я выбираю первый вариант. Так, сейчас мы все сделаем по красоте. Отлично, аниматроник за мной бежит. Блин, если честно, я случайно упал в воду. Так, я бегу и выплываю наверх сейчас. Опа. Так, отлично, я бегу. Я бегу, ребятушки. Так, в ночной лабиринт нельзя, да, забегать?
Блин, ладно, ладно, буду по верхнему лабиринту бежать. Вижу Димаса. Бегу. А я тебя вижу. Каким образом ты меня видишь? А я тебя вижу, потому что ты запрыгнул в воду, а я тебя вижу. Дурак, что ли? Ты где? Это трэш. Пацаны, я в углу лабиринта вас жду. Где вы? Я где-то. Угол лабиринта. Давайте, я даже могу пострелять. Хотите? Давай. Давай. Стреляю. И? Не слышно? Где звук? Где звук? Нема звука? Нема. А стрельна ракетницей вот этой. А, вот. Хорошо, все, стреляю сейчас ракетницей. Так. Не, именно ракетница, которая вот этот вот сигнальная. Слышали? Да, слышал прекрасно. Давай сигнальный еще выстрели на всякий. Отлично, да, пацаны? Да, выстрели сигнальной ракетницей, чтобы те прошли добрые аниматроники и помогли тебе. А, вот ты вон там. Вы видите меня? Слышно, примерно. Ну? Нашли? Нет. Блин, круто выживаем. Ребята, мне нравится. Как всегда, я всех обманул. Вы все... Где вы меня ищете вообще? Везде. Чтоб я в ногу вылез. Блин, это круто. Это самое круто, когда ты всех обманул. Сидишь и чилишь тут. Я сейчас тебя накажу за то, что ты взрываешься. Там, ребята, вакханалия творится просто. Я понял, где. Где? Сейчас бегу. Отвали только. Если ты оттуда стрелял примерно, это значит я хорош. А где это я? А ты где-то. А где я? Где-то. Блин, круто. Сейчас я немножко сижу, и мне очень страшно. Потому что в любой момент сейчас придут ко мне пацаны, и они меня убьют. Да, и тебе ударят за то, что ты шумишь. Я не шумлю. Дим, ты вообще кого-то слышишь? А, не, я никого не слышу. Даже не слышу. А ты кто у нас по... А? По персонажу. Ты кто персонаж? Чубака. А, он Чубака. Я Чубака. Да, такого же цвета, как нас. Как мы, точнее. Так, кто тут летает? Я вижу. Дардрагон, я тебя вижу. У тебя худ отображается. Ты невидимый, как ты подлец. Ты чё, голимый? Тебе вообще этот худ специально установил, чтобы таких, как ты, читеров палить. Да ну блин, да это же нечестно, ну согласитесь. Ну угол, это же честно. Блин, я круто выживал. Ребята, это было, наверное, самое крутое выживание, когда ты реально сидишь под водой, и все они вокруг ходят, ищут тебя. Но убить не смогли. Я три раза бегал. И сейчас ты попал в роли, как ты мимо меня проходил. Но ты меня не увидел, как? Потому что цвет Чубаки, да, плохо кидается в глаза? Да, он просто сливается с водой же. Ты понял, как это вообще в следующий раз, какую вообще челика брать? Ты в воде был? Да. В воде был. Да, я тебя видел в воде, Дима. Я думаю, что-то эта стрельба что-то спалит его сильно. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще. Эй, бомбы, взрывайтесь! Ой-ой-ой.